ОАО «Ижмаш» выпускает армейскую самозарядную снайперскую винтовку Драгунова СВД, которая по праву считается одной из лучших в мире. Основные достоинства СВД – высокая эффективность, простота устройства и безотказная работа в любых, даже самых тяжелых условиях. СВД стоит на вооружении 18 стран мира и метко стреляет в условиях пустыни и Арктики, в джунглях и северных лесах, в снег и дождь. Приклад и ствольные накладки выполнены из ударопрочной пластмассы. Для удобства стрельбы на прикладе установлена поворотная щека. Эргономичный приклад, как и сама винтовка, стал элементом, который копируется многими производителями стрелкового оружия. На левой стороне ствольной коробки имеется база для крепления оптического или ночного прицела. Имеется механический прицел, а также возможность ведения огня с механического прицела, не снимая оптический. Питание патронами осуществляется из отъемного 10-местного магазина. «Ижмаш» также разработал снайперскую винтовку со складывающимся прикладом СВДС. Приклад складывается вправо без снятия оптического прицела. В отличие от СВД, СВДС выполнена с пистолетной рукояткой, укороченным стволом и коротким коническим пламегасителем. Пистолетная рукоятка и ствольные накладки изготовлены из ударопрочной пластмассы. СВДС обладает всеми лучшими качествами СВД, включая высокую надежность и эффективность. СВД и СВДС собираются и тестируются вручную. Это придает винтовкам высочайшую степень живучести. При этом их вес составляет чуть более 4,5 кг. Снайперские винтовки Драгунова предпочитают не только снайперы России, но и высококлассные стрелки других стран. Именно надежность позволяет им оставаться одними из наиболее предпочитаемых образцов снайперского оружия.